Подъем на 30-метровую колокольню занимает у Александра Хлопаева несколько минут. А вот на то, чтобы освоить азы звонарного искусства, ушло почти 5 лет. На то, чтобы стать в этом деле мастером, может понадобиться и вся жизнь. Старинный храм Михаила Архангела в селе Симбухово под Пензой, как и большинство святынь по всей России, пострадал в годы богоборчества. От разрушения спасло организованное в здании зернохранилище. А вот колоколам уцелеть не удалось. Был почти утерян целый пласт культуры. Звонарное ремесло из уст в уста передавалось друг другу единицами. И до сих пор обучение этому виду церковного искусства – это скорее обмен опытом, нежели теоретическими знаниями. Но и без последних обойтись нельзя никак. Раньше я алтарничал, раньше я был алтарником. И периодически звонаря то был, то не был. И у меня батюшка, отец Игорь, он в Шумышеке, у него приход, вот, стал просить, чтобы я позвонил, стал учиться. И с этого меня заинтересовал сам звон. Ну, изначально я не смог ни одной мелодии никакой сыграть, просто звонил в колокола, в разные, так сказать. Вот. И с этого у меня появился интерес. Научиться звонить. Я и стал я уже смотреть видео. И от этого уже стал учиться. И вот батюшка, отец Александр, меня попросил, чтобы я обучил людей колокольному звону. С московской школы нам прислали учебники, чтобы мы изучали, как должно быть правильно именно звонить, при какой службе трезвон, благовест, переборы. Потому что я сам самоучкой изучился, и поэтому мы попросили нам помочь. Сегодня, помимо широко известных в православных кругах в столице, школы живого церковного колокольного звона открываются во многих метрополиях Русской Православной Церкви – в Нижнем Новгороде, Рязани, Волгограде, Челябинске. Открытие первой школы звонарей в Пензенской епархии вызвало значительный интерес не только среди людей воцерковленных. Сегодня на занятиях присутствует 18 взрослых и 5 учащихся местной воскресной школы. Будущих звонарей из разных храмов Пензы, Заречного и окрестных сел в Симбухово доставляют транспортом, безвозмездно предоставленным благотворителями. Само обучение для всех желающих также является абсолютно бесплатным. Конечно же, для организации школы самой нужны были колокола. С ними были небольшие сложности, но отозвались люди, кто пожертвовал на колокола. И своими силами местный сварной сварил у нас рабочую учебную звонницу, которую повесились уже пожертвованные колокола. Почему именно в Симбухове, при храме Хлорхангела? Потому что подъезд очень хороший сюда именно со всех, по трассе М5, чтобы люди могли приезжать. И все же учиться колокольному звону в городе, я думаю, потому что город больше там спальных районов, и потом проводить мастер-классы на улице, может быть, людям, которые не выцерковлены, будет не очень приятно это. Но, а в селе это возможно реализовать. Плюс, как я уже сказал, что подъездные пути очень хорошие, то при нашем храме в дальнейшем планируется проводить мастер-классы, приглашать мастеров с Москвы, Санкт-Петербурга, чтобы сами звонари с нашим учителем, который преподает в школе, могли обменяться опытом, потому что само звонарское дело является передачей друг другу опыта. Под звон уже стали ритм отбивать чаще. Если вы не заметили, раньше я отбивал. А сейчас мне приходилось.
встречался, друг, ну, не бывает одного трезвона. Один говорит, бывает разница от трезвона. И всегда зависит от праздника, от события. Церковный звон является неотъемлемой частью православного богослужения. Он призван созывать верующих в храм, возвещать о наиболее важных моментах службы. Колокольный звон – равноценное храмовое священное действие. Им, как правило, начинается и заканчивается богослужение. Считается, что, воздействуя на наш слух и внутреннее состояние, он пробуждает от духовного сна, очищает наши души, напоминая о скоротечности жизни на земле и вечности на небесах. Здесь у нас 6 колоколов, у них здесь 3 вида у нас. Есть 2 зазвонные колокола, 3 подзвонных и 1 благовестник. Зазвонные, они дают ритм всего звона, отбивают доли. 1, 2, 1, 2. Ну, это уже зависит от импровизации звонаря. Подзвонные, они идут подзвонить к зазвону. Само они, можно сказать, музыку дают, мелодию. Благовестник, он отбивает определенную долю. Удар. Прошло секунд 5-10, в зависимости от благовестника, от его, сколько он весит. И опять же очередной удар. То есть более редкий удар, чем зазвонный и подзвонный. Согласно уставу церковного звона, к звонарскому делу допускается любой человек. Главное условие – люди должны быть верующими и пройти предварительный инструктаж у опытного звонаря. Причем начинающий звонарь должен получить не только первоначальные навыки практического звона, но и минимальные знания о богослужении и безопасности работы с колоколами и билами. И даже звонят и дети, то есть, которые прошли специальную подготовку, которые могут за ними ухаживать. За колоколами. Потому что дети, смотря какой возраст у детей, если просто позвонить, да, они могут, но чтобы если ухаживать, естественно, ребенка, мама или папа не напрашивают на колокольню, на высокую, чтобы он позвонил. Это может быть тоже быть опасно для ребеночка. С присутствием взрослого звонаря. Я уже на втором занятии и научусь много интересного я познала из-за искусства звонарного дела. Как звонить, какие движения вот такие вот делать, как правильно, сильно бить в колокола или нет, и разнообразие колоколов знать. Звонарные, благовест и звонится. Звонится нужно звонить с благовестом вместе в компании. Сначала начинать вот так маленько, потом ногой правой нажимать на благовеста, и получается двоезвонится. Давно мечтала научиться. Я немножко звоню в нашем храме, но у меня какой-то однотипный получается звон. Мне бы хотелось вот более профессионально, так на более высоком уровне научиться. И вот очень обрадовалась, когда узнала, что здесь вот такие курсы проходят. И вот с удовольствием приехала. Попробую. Галина Мализева приезжает в Симбухово из соседней Степановки. Преподает в воскресной школе Трофимовского храма Казанской иконы Божьей Матери с 6 настоящими большими колоколами. По ее мнению, звонарь – это не женская или мужская профессия. Главное – духовный настрой. Звон зависит, наверное, даже от настроения, состояния души. По-разному каждый раз получается. Иногда просто, особенно вот пасхальный. Я вообще могу звонить, это, мне кажется, круглосуточно с утра до вечера. Мне это очень нравится. И ребятам очень нравится. Они очень ждут эту пасхальную седмицу, чтобы подняться и вдоволь дозвониться. Ярослав Капитанов алтарничает в храме Иоанна Предтечи в Заречном. Про данную школу звонарей я узнал через объявление в нашей епархии и решил сюда ездить, потому что это большая моя мечта была – научиться звонить в колокола. Взял и поехал, потому что у нас собираются поставить автоматического звонаря. Вот. Я так-то в большей части для себя хочу научиться звонить в колокола. Бить в маленькие зазвонные колокола – это самое трудное. Вот. Нам нужно набить руку, и у нас уже все это пойдет на автоматизме. И самое главное, чтобы слух был. Электронная звонница или автоматический звонарь встречается в современных храмах все чаще. Но, по признанию специалистов, звук и качество звона профессионала сильно отличается от того, что воспроизводит искусственный интеллект. Она всегда будет отличаться, потому что звонарь, он человек живой. А когда электронная, у него определенные ноты есть, определенный ритм. А когда сам звонит человек, он может импровизировать. У него не может быть создаться... Как импровизация, не будет один и тот же звон.
то где-то может проимпровизировать. Ну и также, может быть, бывает какая-то ошибка, и из этой ошибки будет очень хороший звук, симпровизировать. Поэтому отличие, да, лучше больше звонарей будет, чем электронные приборы. Своя мелодия у каждого звонаря, и один и тот же звон сильно отличается в разных храмах. Это не просто информирование о начале или завершении богослужения. Это призыв к душам и человеческим сердцам открыть в себе любовь, заложенную Богом, прийти и поблагодарить Его за благодать или полученное утешение. Поэтому само звучание колоколов на колокольнях – это хорошее возрождение древней традиции, так как мы во время гонений 20 века мы утратили сам опыт звонить в колокола, потому что многие колокола были разбиты, колокольни были разрушены. Отец Александр признается, что педагога для будущих звонарей было найти нелегко. Даже если при каком-то храме и служит профессиональный звонарь, а их не так и много, то он может не обладать способностями или желанием поделиться частью своих знаний с другими. Не хватает сил и нерв, чтобы научиться колокольному звону, потому что это очень тяжелый труд. Это надо много времени тратить на это, личного времени. Но у нас сейчас мир такой, что времени у всех очень мало. Поэтому так и происходит, что у нас мало звонарей. Александр Хлопаев преподавать в Симбухово согласился почти сразу. Не пожалел выходного дня и уделяет обучающимся около 3 часов каждое воскресенье. Звонить в колокола могут все желающие, но чтобы сделать это своим основным видом деятельности, вероисповедание, звонарь должен быть православного. Школа рассчитана не только для обучения звонарей. В дальнейшем человек во время обучения от колокольного звона льется благовестие, льется то звучание церковное, которое пронизывает всего человека, особенно касается его сердца. Человек может измениться в лучшую сторону, поэтому звонить в колокола, конечно же, это не музыкальный инструмент, как гитара, как барабаны. Пошел для базы знаний, научился. Сам колокольный звон – это голос, это призыв, это молитва, которая должна доноситься до слушателей, которые проходят мимо храма, идут в храм. Во время богослужения, когда участвует колокольный звон, то каждое звучание колокола обозначает ту важность той части богослужения, которая именно служится. Для знающего, уже кто обучился, он знает, может определить по количеству ударов колокола, какую сейчас часть богослужения проходит. При этом существует мнение, что колокольный звон даже убивает вирусы и лечит целый ряд психических заболеваний. Мне кажется, может быть такое, да. Ну, про вирусы я не знаю, но вот поднимает очень хорошо настроение. Если, допустим, вы приходите или идете мимо храма, у вас плохое настроение, услышав колокольный звон, оно у вас очень быстро поднимется. По крайней мере, у меня так происходит. В настоящее время школа колокольного звона в Симбухово способна включить в одну группу около 20 обучающихся, так как педагогу необходимо не только давать азы теории, но и успеть с каждым попрактиковаться. Итогом 3-месячного обучения станет экзамен. Ученики должны будут знать, какие бывают колокольные звоны, канонические я имею в виду, также позвонить их и вкратце рассказать происхождение колоколов. Также они должны люди знать богослужение, чтобы при определенном богослужении они знали, где звонить. В самое ближайшее время в Симбухово запланировано проведение мастер-классов именитых звонарей. А учитывая потребности и количество желающих учиться, в Пензенской области предполагается открытие филиалов епархиальной школы колокольного звона. В Крещенский сочельник митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил литургию в Успенском кафедральном соборе Пензы. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистой своей Матери и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. О мире всего мира, благостояние святой Божией Церкви и соединение всех Господу помолимся. В канун Великого праздника Богоявления Господня священство облачилось в белые одежды. Этот цвет символизирует божественный свет. В крещенский сочельник у православных верующих строгий пост.
Память священномученика Петра Покровского почтили на его малой родине в Никольском молитвенном доме села Кондаль Пензенского района. Божественную литургию там совершил митрополит Серафим. Вместе с архипастырем молились прихожане и представители светской власти района. Богослужение сопровождал хор Воскресенского храма при Пензенском епархиальном управлении, регент Ольга Горшенева. Священномученик Петр родился в селе Кондаль в 1873 году, окончил Саратовскую духовную семинарию. В богоборческие времена батюшку арестовали по обвинению в антисоветской агитации, отправили в ссылку. В конце 1937 года расстреляли. Место его погребения неизвестно. О христианском пути, пути любви, речь шла в проповеди, обращенной к пастве. Это путь добродетели, путь взаимовыручки, путь, когда мы должны молиться, научиться молиться друг за друга. Это есть христианство, которое должно нас всегда подталкивать к добрым поступкам. Священник Петр Покровский был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских архиерейским собором Русской Православной Церкви в августе 2000 года. Бог поругаем не бывает. И вот сегодня из небытия вновь воскресают имена тех, которые страдали за Христа, которые отдали свою жизнь. И мы не просто о них вспоминаем, но молимся им, как предстателям у престола Божия. Духовенство совершило славление перед образом священномученика Петра Покровского. По окончании службы собравшиеся поблагодарили владыку за радость совместной молитвы с архипастырем. Ваша молитва, дорогой владыка, это тоже призывает нас к смирению. Потому что в этот день мы созерцаем не только молитвенное общение, но и духовное возрождение в наших сердцах в этот день. Никольский молитвенный дом в Кондале располагается в приспособленном здании бывшего районного дома культуры. Итоги 2018 года Кузнецкой епархии в эфире радио России из Пензы подвел правящий архиерей владыка Нестор. В радиопрограмме «Православный разговор» речь шла и о планах на год наступивший. Епископ Кузнецкий и Никольский Нестор рассказал о строительстве духовно-просветительского центра в Никольске. В нем будет располагаться воскресная школа, богословские курсы и работы творческих кружков. Продолжится возведение новых храмов шаговой доступности, работы с молодежью, помощь малоимущим семьям. Так только продуктами питания и товарами первой необходимости. В прошлом году помощь оказана на сумму в 5 миллионов рублей. Я вижу в нашем служении миссию Божью, проповедовать Слово Божье, и вот как люди откликаются на наши дела, пусть они смотрят. Вот это наши добрые дела, которые говорят о том, как живет сегодня Православная Церковь, что в первую очередь необходимо для нее, и, наверное, вот тот духовный микроклимат наших соотечественников, который должен быть всегда на высоте, он и будет важнейшей заботой Церкви о наших гражданах. Интервью епископа Кузнецкого и Никольского Нестора можно услышать в эфире радио России из Пензы в программе «Православный разговор». Она выходит каждую пятницу в 11 часов 30 минут. Пензенский епархиальный камерный хор «Спас» репетирует рождественские канты. Песнопения прозвучат в областной филармонии. Эти песнопения не относятся к богослужению, но звучат, как правило, в народном исполнении. Требования вообще к исполнению любой музыки есть, то есть внутреннее состояние человека. Соответственно, если мы говорим о исполнении духовных произведений, то человек должен к ним подходить от всего сердца. С верой, с любовью, и тогда произведение прозвучит так, как задумал автор. И молитвенность в нем будет. Я думаю, что зритель окунется в музыку, все-таки почувствует то, что мы отдаемся музыке, отдаемся произведениям, которые мы исполняем, и все-таки погрузится в рождественскую атмосферу. А сложно петь канты? Ну, я бы не сказала, что очень сложно, но над этим стоит работать, конечно.
концерте прозвучат произведения на разных языках мира, многие из них впервые, как, например, кантата «Домине», что означает «Песнь Богу». 3 года назад пензенские священнослужители услышали ее на Международном фестивале духовной музыки. Эта композиция станет ярким финалом целого действа с декорациями и световыми эффектами, повествующими о знаменитой библейской истории, случившейся более 2000 лет назад. Эти произведения собраны из различных колядок и украинских, и зарубежных. Вот. И мы собрали это в единую программу, которую назвали «Рождественские канты». В данном случае я говорю о произведении Джона Раттера, который прозвучит нас с органом. Вот. Элгар, Габриэль Фаре прозвучит кант. Вот. Поэтому программа будет очень интересная. Пензячка Наталья Архипова занимается реставрацией икон. По образованию она экономист, работала в банке, но всегда понимала, что ее больше тянет к живописи. Поэтому в 27 лет поступила в художественное училище, а дальше цепь случайностей изменила жизнь полностью. Когда я училась в художественном училище, там напротив находился храм Благовещенский. И у меня был ребенок, и мне нужно было подрабатывать. Я подрабатывала в храме и ходила учиться. И я видела, какое большое количество икон приносится на уничтожение. И тогда это был для меня как раз тот вот, и как бы тот голос, который мне подсказал, что Господь именно показывает мне мое служение и миссию, художественное училище, храм и вот это уничтожение иконы, потому что в каждой иконе бьется сердце. Вот, и так как восстановить икону – это очень дорого, то многие предпочитают от нее избавиться, отнести в храм и будь что будет. Первая икона, которой требовалась серьезная помощь в восстановлении, появилась в мастерской Натальи Архиповой 3 года назад. Образ был практически полностью закрашен масляной краской. И недавно, неделю назад, пришла настоящая хозяйка иконы, которая перешла ей там от бабушки, которая спасала эту икону. И я ее сразу спросила, почему икона в таком виде? Вот. Она сказала, что таким образом бабушка ее спасала, потому что краска отваливалась, и половая краска являлась как бы цементом, который ее цементировал и не давал дальше разрушаться. За первым слоем голубой краски оказался второй слой зеленый, потом серебрянка. За ними нельзя было даже понять, лик какого святого изображен на иконе. Как удалять масляную половую краску, этого нигде я не читала. И тогда я стала молиться, и как-то я зашла в магазин и увидела средство, которое там написано, там снимает такую-то краску. Попробовав его на уголке, я увидела, как замечательно она работает. И я стала очищать этот образ, мне сказали, что это Николай Чудотворец. Вот. И в итоге, когда я его расчистила, то оказалось, что там Серафим Саровский. В мастерской Натальи Архиповой более 200 икон, которые, можно сказать, чудесным образом сами находят ее. Некоторые имеют до 90% повреждений, но даже такие можно спасти. В основном реставратор использует акварель. С годами она не выцветает. Когда раскрываешь икону, то здесь вот как раз это самый сложный период и самый затратный по времени, чем именно раскрывать, узнать, чем она была покрыта, там олифой или это лак, и какую нужно подобрать консистенцию чего, какого химического реагента для того, чтобы снять эту защитную пленку так, чтобы не повредить под ней красочный слой. Вот это самый волнующийся и сложный для меня процесс. Наталья Архипова не просто реставратор, она активно занимается общественно значимыми проектами, благодаря которым горожане узнают о забытых святых местах Пензы. Оказывается, у нас здесь, в Терновке, находился большой мужской монастырь с 5 храмами, с 5 башнями, там, звонницей, с 3 братскими корпусами, с лечебным корпусом. Эта икона находилась в Троицком храме, одном из 5 храмов. В планах, говорит Наталья Архипова, открыть в Пензе школу, где детей и родителей будут обучать тому, как помочь иконам обрести вторую жизнь.